Вітаю усіх на Ютубі 24-го. Мене звати Андріана Кучер. Будемо зараз проводити наш черговий стрім. Сьогодні спілкуємося із політологом з Вашингтона Арамісом Юнусом. Пан Араміс долучиться до нашого ефіру одразу після того, як ви підпишетесь на наш канал, якщо ще не підписані. Поставте, будь ласка, палець вверх цьому відео, якщо вам подобаються наші випуски. Ну і будьте так само активними в коментарях, пишіть там, звідки нас дивитеся. Для нас дуже важлива ваша активність. Ну а зараз Арамис Юнус з'являється на наших екранах. Господин Юнус, добрий вечір, привітствую вас. Вітаю вас, дякую за запрошення, рад вас бачити, добрим здравия. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям нашим слава. Ну, я думаю, тема нашего сегодняшнего разговора, по крайней мере, начало очевидно. Долгожданный контакт между Пекином и Киевом наконец-то состоялся. Зеленский по итогам заявил, что разговор был содержательным, а Си пообещал нейтралитет в войне. Стоит ли ожидать, вот на ваш взгляд, более интенсивных каких-то усилий миротворческих от Китая? И в целом, приближает ли этот разговор нас к завершению войны, как вы думаете? Ну, здесь несколько моментов, которые очень важно отметить. Вот. Первое, я уже и в эфире вашего канала говорил, когда вот возникала тема такая, особенно после визита Си Цзиньпиня в Москву, когда все задавались вопросом, ну а когда состоится или визит, или контакт между президентом Зеленским и лидером Китая. Да? И вот тогда я помню, озвучил тезис, что это однозначно должно произойти в ближайшее время по одной простой причине, что китайский лидер объявил себя и позиционирует себя в качестве модератора. И как в качестве документа он выдвинул вот эту инициативу, так называемый мирный план из 12 пунктов. И именно тогда я говорил, и могу сегодня это повторить, что исходя из этого Китай не может не общаться с каждой из сторон в отдельности. То есть вот, например, если вспомните роль президента Эрдогана в гуманитарной, так сказать, посреднической миссии, как в качестве модератора наравне с Организацией Объединенных Наций. И тогда он общался регулярно как с президентом России, так и с президентом Украины. И по сегодняшний день эта гуманитарная миссия не завершилась, и она однозначно и продолжается. Да, это же не только зерновой контракт, это обмен пленными и многие другие вопросы, которые мы видели, как решались в течение года. И поэтому, ежели какой-то лидер с какой-то стороны объявляет себя в качестве модератора, однозначно он должен общаться. И именно поэтому, я тогда сказал, рано или поздно, в ближайшее время это произойдет. В принципе, потом об этом сказал и сам председатель Корейской Народной Республики. Он так и сказал, что когда созреют для этого определенные условия. Ну, видать, эти условия созрели. Вот, он не стал уже ждать украинского контрнаступления. А это еще очень хорошо, потому что одно дело сделать звонок после успешного украинского контрнаступления, когда уже понятно будет, что позиции России еще стали ухудшились, а позиции Украины еще усилились. И звонить в такой ситуации было бы для Китая, ну, чисто из конъюнктурных соображений, немножко слабовато. И позвонив сегодня, здесь он сыграл на нескольких площадках. Во-первых, вспомним, что этот звонок произошел сразу же после скандального заявления китайского посла во Франции касательно сомнительности территориальной принадлежности там, Крыма и стран Балтии и вообще постсоветских стран. Да? И поэтому сразу же Министерство иностранных дел Китая дезавуировало это заявление, потому что пошел огромный наезд по всему миру со стороны не только Украины, и со всех стран, ну и во главе с той же Францией, то есть, потому что это произошло именно на территории Франции, это заявление. И, но тут я бы очень вспомнил бы за несколько недель до этого заявление другого китайского посла в Европе, в Евросоюзе, который совершенно другое говорил. Там, наоборот, был реверанс в сторону Европы. И пощечин была той же России, особенно после визита Си Цзиньпиня, когда Россия российские пропагандисты, средства массовой информации говорили о том, что у России и Китая особые отношения. Вот этот визит это показал. И посол в Евросоюзе китайский вынужден был как раз-таки сказать, что это не так, как преподносят в России. То есть тогда была пощечина в сторону России, а реверанс в сторону Евросоюза.
А это заявление посла во Франции, китайского, это была пощечина в первую очередь Макрону, потому что он только недавно вернулся из Китая, из поездки в Китай. И в этой связи это, конечно, выглядело диссонансом. И я думаю, этого посла могут даже объявить персоной нон-грата и отозвать. И именно вот на фоне вот таких, так сказать, элементов балансировки китайской внешней политики, да, то реверанс в одну сторону, то реверанс в другую сторону. Понятно, вот этот план из 12 пунктов, как раз он тоже соответствует, потому что там каждый пункт устраивает ту одну сторону, но не устраивает другой какой-то пункт, не устраивает другую сторону. Это типичная китайская политика. И поэтому, когда мы хотим понять позицию Китая, мы должны посмотреть динамики и позицию Китая в течение года, например, в Организации Объединенных Наций. Нейтральная, строго. 3 раза голосование, 3 раза они воздерживались. Посмотрите на поставки вооружения. Четко этого нету. Это то главное, за линию, за черту, которую китайцы не перешагивают. Другое дело, как Китай ведет себя идеологически, информационно в отношении вот этой всей территории, которая выступает против американцев, там антиамериканская, будь то Беларусь, будь то Иран, и будь то та же Россия. Да? Но можно сюда добавить сейчас и Саудовскую Аравию. То есть все эти территории, которые Китай заинтересован в конечном итоге держать в зоне своих интересов в будущем, так сказать, многополярном мире, да, ну, в первую очередь двуполярном, как все понимают, между США и тем же Китаем. И поэтому в этой связи однозначно не заниматься и не обращать внимания на такую большую территорию, на такую географию, какой является Украина, это просто было бы нонсенсом и неправильно. И дождавшись определенных конкретики вот в этой войне, ну, через год, когда они вот наблюдали вот в этой войне, как все двигается, как я обычно говорил, что сидя как удав на дереве, он смотрел, как звери внизу дерутся, все ослабляются, потому что война, нравится кому-то или не нравится, она ослабила не только Россию, она ослабила весь мир. И все те, которые вовлечены в это, да, потому что это огромные денежные расходы, это огромные перспективы, это придет, потому что это все бьет в той или иной мере по тем или иным странам, которые вовлечены, да, в первую очередь по коллективному Западу. И естественно, вот через, поэтому именно на авансцену уже в конце прошлого года и с начала этого года активнее и активнее, все активнее Китай стал появляться. И вот именно активность Китая политическая с этой декларацией, вот эти визиты. И заметьте, значимость Китая как увеличилась, что все стали ездить, тот же Китай, и Шольц поехал туда первым. Опять же, Шольц, посмотрите, полетел туда тоже с бизнесменами, потом приехал туда. Санчес тоже заключил несколько контрактов, премьер-министр Испании. А потом вот Урсула фон дер Ляйен вместе с Макроном. И Макрон также пришел с полным самолетом бизнесменов. И тихо-тихо сейчас все летают туда. И бразильский президент полетел туда. Потом, я уверен, сейчас очень многие другие представители Евросоюза будут ездить туда. То есть значимость Китая, как вот в свете этой войны, возросла. То есть возросла она не только для тех стран, которые не вовлечены в орбиту США, да, я имею в виду коллективный Запад, она значимость увеличилась для тех стран, которые близки к орбите того же Китая, и те страны, которые в той или иной мере не определились. Поэтому идет как будто бы превентивная какая-то подготовка за будущий передел этого мира. И в этой связи, конечно, Китай понимает, что ему нужно, чтобы Россия ослабла, но он не заинтересован, чтобы Россия упала. Потому что он тогда может потерять, не проконтролировать эту территорию, так же, как и Беларусь, так же, как и Иран и другие одиозные, так сказать, режимы. Да? А в качестве модератора однозначно, значит, начал общаться с Украиной, и общение с Украиной, именно вот посмотрите, как промониторить российские средства массовой информации, буквально вчера, да, после этого звонка, ну, там определенная ревность, там определенное, так сказать, недовольство вот этим моментом, они хотели бы, чтобы это произошло бы как можно попозже, потому что они играли, нам, вот он не будет звонить, это еще не, потому что одно дело отношения с Россией, другое дело отношения с той же Украиной. Им хотелось бы четко показать, что вот на стороне Украины это США, а на стороне России это Китай. А этот звонок лишний раз показал, что Китай не на стороне России, Китай на стороне Китая. А другое дело, он будет по максимуму выжимать из этой ситуации все, что ему выгодно. И это мы видим воочию. И еще здесь положительный фактор. Это, говорит, первый очередь, положительный фактор для Украины. Это какое? То, что Китай четко заявил о своей нейтральности. То есть он будет продолжать нейтральность. А Украине в первую очередь именно это и нужно. Потому что
Одно дело союзник России, именно такой союзник, как у вас, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Другое дело просто страна, которая заинтересована в ослаблении этой территории и взяв ее в перспективе под свой контроль. Поэтому он будет делать всячески, чтобы Россия не упала. Но насколько возможно, чтобы она ослаблась, то именно, чтобы вот именно он будет балансировать на этом. И вы в качестве баланса, вот этот звонок и все остальное, и вот то, что он будет решил послать туда спецпредставителя, и вы сразу же назначили посла. Я так думаю, этот посол прошел всю процедуру между МИДами. И последний звонок вот этот окончательно решил его кандидатуру. И очень важно тут отметить уровень этого посла. Это все-таки бывший министр. У него послужной список, я имею в виду украинский посол. Довольно серьезная кандидатура, я так понимаю. В плане того, что насколько Украина придает важное значение китайскому направлению. А то, что Китай отправляет туда спецпредставителя наряду с тем же посол же там есть. Вот, это говорит о том, что Китай заинтересован в перспективе восстановления той же Украины и участия Китая именно во многих проектах, потому что, не забывайте, вот, один пояс, один путь, это официальная идеология, экономическая экспансия Китая. И там три логистических направления. Одно через западную границу, одно через Иран, одно через Казахстан, Узбекистан, через Каспий, Азербайджан, Турция и опять же туда, в Европу. Да? То есть я к тому говорю, что если западная граница сегодня закрыта, но есть перспектива того, что через ту же Украину эта граница может быть открыта. Поэтому для Китая очень важно наладить также эти взаимоотношения. Просто другое дело, идет война. И пока эта война не дошла до такого момента, когда Китай четко может уже надавить ту же Россию и сделать ее договороспособной, и я так думаю, в Китае также внимательно следят и ждут вашего контрнаступления в плане того, что успешное контрнаступление Украины сделает более договороспособным ту же Россию. Неуспешное ваше контрнаступление сделает более договороспособным ту же Украину в глазах всего остального мирового сообщества. Поэтому здесь как китайская сторона, так и американская сторона, то есть как надежды той же России и надежды Украины, также завязана в первую очередь на боевых действиях и на том, что происходит на поле боя. Просто я хочу вам объяснить, чтобы вы понимали бы, это очень положительная тенденция, то, что вот этот звонок произошел так оперативно и так быстро, буквально через короткое время после визита Си Цзиньпиня. Это лишний раз говорит о том, что Китай не на российской стороне, Китай не на украинской стороне, тоже надо это отметить. Китай не на американской стороне, Китай был сегодня, вчера, сегодня и завтра же будет опять же на китайской стороне. Просто цель и задача Украины, я так понимаю, ее внешнеполитическая машина, в первую очередь сделать так, чтобы вот эта китайская сторона дрейфовала бы все больше и больше от российской в сторону украинской, или хотя бы где-то посередине стала бы, но не была бы ближе к той же России. И от этого Украина только выиграет. Поэтому я очень положительно рассматриваю это, я даже вижу перспективы, я даже уверен, что будет продолжение таких контактов, и я думаю, к этому Китай еще сделает пару-тройку звонков и солидные центры на Западе, в первую очередь, те центры, которые поддерживают непосредственно именно Украину в этой войне. По поводу спецпредставителя, которого Китай отправит сначала в Украину, потом он поедет в Россию, зовут его Ли Хуэй, и он работал послом Китая в России. В течение 10 лет он работал в Москве, и он даже получал ордер лично с рук, орден за дружбу, с рук российского диктатора. Вот по вашему мнению, может ли это свидетельствовать о какой-то его заангажированности? И в целом, как вы думаете, насколько он будет объективен вот в попытках договориться о прекращении войны? Нет, это совершенно не имеет к этому никакого отношения. Если вы посмотрите послужной список всех разных послов в разных странах, вы увидите, что это обычная процедура, которая просто это реверансы. И это не имеет никакого значения. Человек просто работает на этой территории. Для них постсоветское пространство, это в первую очередь рассматривалось всегда через призму России. Это наверняка знание территории, знание языка. И именно с этой точки зрения. Посмотрите, министр иностранных дел Китая нынешний, это бывший посол Китая в Вашингтоне. Ну, это что такое? Это реверансы в сторону Вашингтона? Да, с одной стороны, это показывает важность
того, что как Китай понимает и отдает должное этому направлению. И, естественно, во главе МИД должен находиться человек, который, ну, знаком с этой территорией. Всегда послы, спецпредставители, тот же посол, да, просто посол по особым поручениям, так, если перевести на простой язык. Вот, и эти люди должны быть те, которые знают территорию. Посол, который работал 10 лет в России, он прекрасно знает постсоветское пространство, значит, понимаете? Поэтому посмотрите, в какие годы он там был, и тогда поймете, что именно через эту призму рассматривайте. Потому что послы, они в той или иной стране, это не от того, что этот посол, вот он будет проталкивать интересы другой страны, где он работал послом. Он будет проталкивать интересы того же Китая, и насколько эти интересы будут отвечать, это другой вопрос. Поэтому посол же не определяет внешнюю политику, посол притворяет ее в жизнь, а эту политику определяет в первую очередь в Пекине. И здесь важно правильно работать с этим Пекином. Здесь большая роль вашего посла, который сумеет наладить там эти отношения. Я, насколько понимаю, этот посол тоже был послом в свое время в Дании. Угу. Имел большой бэкграунд административный такой, то есть и в бизнесе был, и вот аэропортом Борисполь, как я прочитал, он руководил. Ну и плюс последний должность, он был министром, членом правительства. Это тоже большой, хороший такой статус. Значит, человек может коммуницировать, человек имеет возможность наладить контакты. А это очень важно, наладить контакты как с бизнес-элитой Китая, с политической элитой Китая. То есть уметь до них достучаться и заинтересовать их в прелестях такой страны и такой географии под названием Украина. И, естественно, Китай понимает, насколько такая территория. Если Китай интересуется той же Белоруссией, ну, можете себе представить, почему он может вот такую территорию отдать кому-то, да? Поэтому, тем более в свете того, что сегодня происходит между Белоруссией и Евросоюзом, между Россией и Евросоюзом. Поэтому Китай понимает, что он здесь может, наоборот, на этом балансе хорошо, грамотно сыграть. То есть он может сохранить Беларусь, Россию, там, Иран и все остальное под своим этим самым. А с другой стороны, он может иметь вот такого типа нормальное отношение через ту же Украину с тем же Евросоюзом. Далеко не случайно. Посмотрите, как Китай старается сыграть на балансе между Евросоюзом и теми же Соединенными Штатами. Да? То есть а Соединенные Штаты, я так понимаю, ну да, определенные границы наверняка они не возражают, чтобы Евросоюз играл роль буфера. Просто есть наверняка какие-то красные линии, которые Соединенные Штаты не позволят переходить к тому же Евросоюзу. Поэтому вот то, что в последнее время происходит, вы же помните, есть такая концепция у Евросоюза с тем же Китаем, которую озвучивала та же Урсула фон дер Ляйен. И там немножко там разные подходы, конечно, у Урсулы фон дер Ляйен и Жозефа Борреля. Но в любом случае понятно, что концепция Брюсселя, она отличается от концепции отдельно взятых стран, так сказать, и Франции, и Германии, и Италии в первую очередь, да, главные ведущие экономики Евросоюза. Но в любом случае Китай очень заинтересован в хороших отношениях, в экономических отношениях с тем же Евросоюзом. Китай не заинтересован в конфронтации с Соединенными Штатами. И я не думаю, что Соединенные Штаты, так вот так закрыв глаза, заинтересованы в конфронтации с тем же Китаем. Они очень сильно взаимосвязаны. Просто есть конкретные наверняка моменты, которые очень болезненные. В первую очередь то, что связано вот с этими чипами, с электроникой. И поэтому тема Тайваня вот так, она актуальна, да, потому что все это происходит в основном там, производится. И поэтому американцы пока не могут себя освободить от этой зависимости, от того, что там производится в Тайване. И ежели это в ближайшие пару-тройку лет американцы освободят от этой зависимости, может быть, они не так будут болезненно реагировать на тему той же Тайвань. Потому что я не думаю, что американцы готовы воевать за Тайвань, как это говорится, да, как это объявляется. И я не думаю, что китайцы также готовы воевать за это. Зачем воевать, проливать кровь, когда можно это все получить точно так же безболезненно, как получили они Гонконг. Просто сегодня конъюнктура такая, и поэтому очень много, вот так сказать, таких жестких заявлений. Но я не думаю, что жесткие заявления, которые делаются из Пекина, из Вашингтона, ну, иногда с каких-то других центров в Европе, в том числе, да, они дойдут до горячей фазы, потому что взаимоотношения Китая, Евросоюза, Китая, Соединенных Штатов Америки, они отличаются от взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки. Вот, например, у России с Евросоюзом они похожие отношения были, то есть я имею в виду, они тесно были взаимосвязаны, да, поэтому посмотрите, как Россия, как Евросоюз этого не хотел.
этой конфронтации. А Соединенные Штаты пошли на эту конфронтацию, потому что Соединенные Штаты никак не завязаны с той же Россией. Но здесь другое отличие, что Соединенные Штаты очень сильно, даже сильнее, чем Европа, завязаны с тем же Китаем. Поэтому ни Соединенные Штаты, ни Китай не заинтересованы доводить взаимоотношения, конфронтацию с тем же Китаем до горячей фазы. То есть, если Соединенные Штаты больше заинтересованы, да, до определенного предела, то Евросоюз еще менее в этом заинтересован. Поэтому мы должны это все рассматривать через эту призму. И Украина должна понимать свое место вот, во всей этой новой геополитической игре и смотреть на это в первую очередь через призму того, что не сегодня, не завтра эта война может завершиться. И она, в зависимости от того, как она завершится, то есть на каком месте и каким образом, да, я имею в виду, если так завершится, как этого желает, мы все желаем и желает украинский народ, я имею в виду возвращение к границам 91-го года, то тогда и Китай будет с этим так же считаться. Если кто-то думает, что Китай, например, как-то сильно заинтересован там, в сохранении Крыма там, или сохранении Донбасса, то глубоко ошибается. Китай на это, по большому счету, наплевать. Если в результате этого Китай не потеряет свои стратегические интересы вот на этой всей географии, я имею в виду Беларусь, Россия, Иран и все остальное. Потому что для Китая это важно, сохранить вот эту территорию под своим четким контролем. А каким образом это получится, это уже вопрос как войны на поле боя и вопрос дипломатии, который после этого возникнет на повестке дня. И я думаю, Китай именно на это рассчитывает, ну, я имею в виду, на свою роль вот в этой дипломатии, да. То есть, потому что он понимает, что тот капкан, в который сегодня Россия себя затянула, и Китай не будет в этом принимать участие в плане того, что если Россия тонет, и чтобы это засосало его точно так же. Да, он может его спасти оттуда, но он не будет это делать за счет ущемления своих интересов. Поэтому я не думаю, что Китай будет сегодня торопиться со своими мирными планами касательно того, чтобы это сделать именно до контрнаступления. Все просто будут ждать окончания, ну, конкретики вот в этой военном противостоянии. Не конкретно, вот именно этого наступления все ждут, да? То есть, когда конкретика появится. Потому что конкретика появится в зависимости от того, какое контрнаступление будет. Будет одно, два, какие результаты от этого будут. Вот тогда рассеется этот туман, и мы тогда более-менее будем знать конкретно, что мы, где мы находимся. Но то, что Китай однозначно будет, повторюсь, в роли вот в середине и будет стараться балансировать между той же Россией и той же Украиной, если он сегодня ближе к той же России, это не говорит, что он очень далеко от той же Украины. Рано или поздно он будет выбирать то место, которое оптимально подходит тому же Китаю. Просто это надо понимать и ну, самим делать телодвижение в этом направлении. Вот о реакции Кремля поговорим дальше, но прежде хочу обратиться к нашим зрителям. Друзья, если вам нравится наш разговор, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны, и будьте, пожалуйста, активны в комментариях. Это нам очень помогает распространять наши видео на Ютубе. Ну вот как раз по поводу реакции Кремля. Песков сегодня отреагировал довольно так отстраненно, скажем, заявил, что это суверенное дело, этот разговор, это суверенное дело двух стран. Вот как вы думаете, на самом деле, как воспринимают этот разговор в России, которая, ну, фактически постоянно говорит о своей такой дружбе и сотрудничестве с Китаем без границ? Ну, Песков должен был так сказать, потому что он официальное лицо, он пресс-секретарь президента. Он это говорит от имени президента. Вот. И министр иностранных дел точно так же, будет точно так же обтекаемо говорить. То есть они же не будут проявлять открытое недовольство этим, потому что они не могут влиять на решение того же Китая, и Китай у них это спрашивать не будет. Вот. И они не заинтересованы. Заметьте, да, когда я иногда замечаю, когда с Москвы стараюсь все как-то мягко, обтекаемо говорить в отношении Турции. То же самое. А Китай – это не Турция. Это намного сильнее страна. Почему они говорят так обтекаемо в отношении Турции? Потому что они заинтересованы. Они, у них сегодня очень много, потому что западная граница закрыта, и вот все идет туда, и поэтому Турция сегодня для них какой-то маленькая форточка осталась, да, во внешний мир. Исходя из этого, а Китай – это не маленькая форточка. Китай – это палочка-выручалочка из того болота, в котором они находятся. Поэтому Песков так и будет говорить. Но другое дело, посмотрите, что говорят средства массовой информации, вот эти пропагандистские, да, так называемые, палату номер 6, куда я регулярно захожу послушать, о чем они там говорят, пациенты. И вот вы видите, что там наоборот, открытым текстом ревность. Да? Ну как китайцы могут так это делать? Потому что дело в том, что они же целый день говорят о том, что Украина не суверенная страна. Вот они такой шум подняли, когда китайский посол вот сделал вот такое скандальное заявление. Да? Они буквально аплодировали, радовались. Вот это последствия продолжения визита Си Цзиньпиня в Москву. Вот Китай показывает, как он четко идет по
линии такой-то дружбы между Россией и Китаем. И вдруг на тебе вот такого типа холодный душ им на голову. И это совершенно не соответствует этой тональности. Поэтому, ну, они пропагандисты, им что говорят, они то и делают. А официальные лица будут вот так и реагировать. И вы будете часто слышать еще вот такого типа пропагандисты, и вы будете такие осторожные выражения. Я не думаю, что мы из уст официального Кремля в ближайшее время что-то антикитайское услышим, потому что это им дорого обойдется. Вы много слышали антитурецкого в течение вот года войны? Я ни разу ничего не слышал. Да, на пропагандистских каналах я слышал, но антитурецкого я ничего не услышал. Не слышал, да, во всяком случае, потому что это им невыгодно. Если вы не слышали антитурецкого, вы тем более не услышите антикитайского. А Турция член НАТО, между прочим. Да? Можно было бы что-то и говорить такое нелицеприятное в этот адрес. Но они не могут это говорить, потому что очень много там вопросов, которые сегодня завязаны на той же Турции. Я не имею в виду не только Ливию, не только Сирию, не только там Южный Кавказ. Очень много вопросов такого, которые непосредственно завязаны на выживаемости той же России, потому что это же логистика, логистический путь через то же. Поэтому и они к Азербайджану вот так очень осторожно относятся, потому что Азербайджан находится под зонтиком той же Турции. Так что Россия осторожничает сегодня именно с теми странами, от которых очень много зависит и Китай, а от Китая сегодня зависит, можно сказать, ну, будущее как режима в Кремле, непосредственно политического режима в Кремле, и вообще будущее, сохранится эта Россия вот в той географии, в которой она есть, или нет. От этого зависит, очень много также зависит от того же Китая и от позиции Китая. Ну и дальше хочу как раз, вот вы уже вспоминали несколько раз о этом скандале, который произошел во Франции с китайским послом. Он заявил, напомню нашим зрителям, ну, во-первых, он сказал, что с Крымом все сложно, потому что Крым сначала был российский, хотя не уточнил, когда сначала. А потом еще и заявил и поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран. Это, конечно же, вызвало огромную бурю, после этого Министерство уже иностранных дел Китая сказало, что это позиция лично этого посла, а точно так же там в МЗС китайском, в МИДе, точнее, китайском признали, что они поддерживают суверенитет всех абсолютно стран и удалили стенограмму вот этого интервью со своего сайта. Как вы считаете, действительно, что это было и какие это будет иметь последствия для отношений Китая и Европы? Никаких последствий это иметь не будет. Это была целенаправленная провокация, которая была осуществлена конкретным послом. Ему это поручили. Китай все-таки авторитарная страна, и там такие случайные заявления, более того, посмотрите, диаметральные, да, как я сказал. Один посол одно сказал 3 недели назад, а этот посол такое говорит. Это политика Китая, кнута и пряника, да, и Европе, и России, и всем другим, которые могут быть заинтересованы в позиции Китая. И моментально вот такая реакция МИД. Вот надо будет, и отзовут. Но я думаю, этот посол получит хорошую должность в МИДе, намного получше, чем нынешняя посла, потому что он отработал, я так понимаю, то, что ему поручили. Вот, поэтому здесь искать что-то такое, вот это случайность, вот это так произошло, я бы не стал бы. Вот, потому что такие заявления на таком уровне, это просто, ну, было бы наивно, да, предполагать, что это вот так просто взял и заявил. Так что я думаю, это целенаправленная позиция Китая, которая просто, ну, вот так он позиционирует, он так понимает. И Китай, вот, вот заметьте, да, вот сегодня же возникла тема Китая. Вот каким образом? Мы все сегодня говорим о Китае. Год назад мы так много не говорили о роли Китая. И заметьте, как они грамотно сумели вот это разрулить. И сегодня, если до этого у них было противостояние, так мы слышали, между США и Китаем, то теперь заметьте, сколько стран сегодня возникла необходимость, ну, в том же Китае. И страны массе своей, многие из них, которые входят в коллективный Запад, которые заинтересованы именно, вот, так сказать, поближе к Соединенным Штатам, да, если на то пошло. И несмотря на это, вот видите, они все сегодня бегут в Пекин, и они все стараются сделать так, чтобы, ну, не получилось того, что у них получилось с Россией. Поэтому я так думаю, что заявление этого посла – это просто конкретная игра внешнеполитического ведомства, целенаправленная. Заметьте, посмотрите, помните, карта была такая, опубликованная, где территория России, можно сказать, китайские названия. Угу. Эта карта же не просто так была, карта. Посмотрите, как в России на это спокойно прореагировали, я имею в виду на официальном уровне, хотя, опять же, пропагандисты очень болезненно на это прореагировали, а на официальном уровне очень спокойно прореагировали.
Если бы такие карты были бы где-нибудь в других странах, поменьше, в той же Балтии, даже страны НАТО пускай это будут, да, я вас уверяю, там, вот, например, взяли бы сейчас Калининград, в качестве немцы там сделали, там, Кёнигсберг сделали. Я уверяю, была болезненная такая сильная реакция. Они как посмотрят, как они болезненно реагируют на снос памятников, да, в той же, в тех же странах Балтии. А здесь ноль внимания, ничего такого не сказали. А китайцы это делают целенаправленно. Вы, неужели вы думаете, в китайских средствах массовой информации такие карты могут просто так публиковаться? Поэтому это не случайно все моменты. Китай просто вот показывает всему миру вот, свои, так сказать, гегемонистские планы. Да? То есть Китай тоже считает, что он сверхдержава, не слабее и не хуже Соединенных Штатов Америки. Просто у него своя китайская тактика. Вот тактика вот такой экспансии. И она дает успех. Сегодня никто же не будет возражать, что Китай вторая экономика, 20% ВВП, и с Китаем считаются буквально все на планете, включая Соединенные Штаты Америки. И никто не хочет с Китаем воевать. И все хотят как-то наладить какие-то отношения. Поэтому, если посол что-то там такое ляпнул, Китай может себе это позволить. Но это не ухудшит никаких. Ну, в крайнем случае, французы скажут ему, ты персона нон грата, Китай его отзовет. Китай же извинился за это, да, официально. Но отзовет, другого посла туда отправит. И тема будет закрыта, инцидент будет исчерпан. Но другое дело, это пища для размышлений. Я хочу, вы должны понимать, и поэтому, когда сегодня Украина будет работать на китайском направлении, Украина должна всегда понимать, что такое Китай. Китай – это не равный партнер, я имею в виду весовой категории. И поэтому, если вы хотите, вот, например, это не касается только Украины, да, если хотите, это касается и моего родного Азербайджана в том числе. Азербайджан, если заинтересован именно в хороших отношениях с тем же Китаем, он должен правильно работать с этой страной, потому что разница между Китаем и разница с какой-нибудь другой маленькой страной, там, африканской там, или азиатской, с возможностями и с перспективами, все страны должны понимать и правильно строить. Нет, другое дело, никто же не говорит, это делать надо сделать за счет ущемления своего суверенитета. И если кто-то дает заявления такие касательно вашего суверенитета, вашей территориальной целостности, вы, конечно, должны жесткие заявления такие делать. Тем более, когда вообще глупое, да, заявление о том, что Крым передали в 1956 году, там Хрущев это сделал. То есть здесь же есть право, международное право. Международное право базируется на чем? На том, что написано в Организации Объединенных Наций. Никто же не говорит про исторические экскурсы. Если говорить про исторический экскурс, Крым вообще не имел никакого отношения к России. Одно слово «Крым» – это турецкое слово, да, «Грым» – это ров, обрыв. Это турецкое слово. Поэтому сегодня никто же не должен рассуждать о международном праве с точки зрения исторических каких-то экскурсов. Крым сегодня территория Украины. Вон Организация Объединенных Наций, есть устав. Все страны, которые там, и в своем этом 12-пунктном мирном плане китайским, Китай что там говорит? Ссылается первым пунктом на устав Организации Объединенных Наций, на суверенитет и территориальную целостность стран. Ну, в первую очередь, той же Украины. Ну, так вот, вам и ответ на этот вопрос. Этот посол это сказал вразрез этого. Не забывайте, что Китай еще, тема Тайваня точно такая же, да? Если они будут говорить что-то такое про Крым, значит, Китай имеет право то же самое говорить про тот же Тайвань. Вот именно. Но другое дело, естественно, этого делать не надо. По той простой причине, видите, МИД сразу дезавуировал, да, это. Ну, если какой-то идиот назначен был идиотом, или какой-то посол был назначен идиотом, мальчиком для битья, значит, это им надо было это делать. Просто это не смысл. Я не думаю, что это просто случайность. Это целенаправленная политика. Ну и после этих заявлений уже топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что готовит уже Европейскую Раду, Европейский Совет, где будут пересматривать стратегию отношений между Китаем и Европой. Вот по вашему мнению, насколько действительно могут измениться эти отношения в свете этого скандала? И что, ну, какой избыток тут может получить Китай? Ну, я не думаю, они будут резко так пересматривать. Это, знаете, сделать такое резкое какое-то, это, знаете, вот такой большой корабль, вот если резко он будет движение, он не способен, во-первых, резкое движение сделать. Это маленькая лодка может сделать какой-то резкий поворот, да, чтобы и не перевернуться. А большая такая лодка, она, потому что взаимоотношения Китая и Евросоюза, они настолько большие, тесные, намного побольше, чем у взаимоотношений России с тем же Евросоюзом. А пересмотр, это, ну, во-первых, они у них утвержденные уже, эта политика как будто бы была, и она была озвучена, я вот давеча об этом отметил.
Урсула фон дер Лейн назвала ее там «Стратегия уменьшения риска», да, как-то она вот так называется. И там немножко она отличается, конечно. Вот они вдвоем полемизируют. И Урсула фон дер Лейн, она придерживается более жесткой позиции, Жозеф Боррелл более мягкой. Но тут главная разница в том, что главные страны Европы, я имею в виду Франция, Германия и та же Италия, вот они как ведущие страны этой Европы, они вот сегодня пока еще не определились. Потому что они заинтересованы сегодня во взаимоотношениях с тем же Китаем. Вот из стран семерки, я вам скажу, сегодня только Италия подписала вот этот, в этом проекте принимает участие, да, один пояс, один путь. Вот, и это тоже о многом говорит. То есть немцы, французы, хотя и не подписали, но посмотрите, визит Олаф Шольца и визит Макрона довольно характерен, да, в плане того, насколько и немцы, и французы заинтересованы в китайском рынке, и в импорте, и в экспорте, да, в товарообороте с китайцами. Вот, итальянцы в том числе. И этот договор у них до 2024 года, если он не будет отменен, то он автоматически должен быть продлен. И так резко от этого отказываться, я не думаю, это вызовет огромные дебаты. Это просто пока заявление, это пока, так сказать, мысли вслух, может быть, вполне такого типа, чтобы показать, насколько они недовольны вот такой реакцией, такими вот заявлениями. Да? То есть сам факт того, что вот звонок прозвенел Си Цзиньпиня Зеленскому, сам факт того, что МИД так оперативно прореагировал, сам, просто они хотели проверить градус, ну, реакции, да, Евросоюза. Ну, вот Евросоюз хочет показать всю жесткость. А когда они увидят это все, потом это, я так думаю, сойдет на нет. Потому что у того же Евросоюза, как и у Соединенных Штатов, больше причин, как сказать, договориться с тем же Китаем, чем идти на открытую конфронтацию. Вспомните, когда Байден и Си Цзиньпин на пресс-конференции в Индонезии вышли и сказали, у нас не будет не то что горячей войны, у нас не будет даже холодной войны, потому что наши две страны просто судьбой предопределены на то, чтобы договариваться. И мы будем стараться договариваться. Это говорят Америка и Китай. Евросоюз намного выгоднее, потому что у Евросоюза вообще не было, как так сказать, интереса идти на конфронтацию. У Евросоюза не было интереса идти на конфронтацию с той же Россией. Это американцы их заставили. И американцы, естественно, хотят и могут заставить тот же Евросоюз, да? Но другое дело, они понимают, что Китай – это не Россия, и поэтому разрешают Евросоюзу определенную самостоятельность, ну, до определенной границы. Поэтому вот эти все заявления рассматриваются как игру такую, да, вот того же Евросоюза на балансе между США и тем же Китаем. В свете вот всех этих геополитических таких перетрубаций, потому что эта война вызвала такую большую турбулентность, и еще неизвестно, когда это все осядет. Вот как ведро возьмите, вот так все. Это сегодня вот такая ситуация, когда вот это ведро остановить, тогда это все осядет. Да? Поэтому сейчас пока происходит вот эта турбулентность, и каждый старается повыгоднее найти себе место, чтобы когда эта война закончится, чтобы знать, где кто находится и что там осталось в сухом остатке. Вот вы упомянули о том, что Италия – это единственная из стран Большой Семерки, которая входит в этот проект «Один пояс, один путь». И уже Bloomberg пишет о том, что как раз Италия может выйти из этого масштабного проекта. Как заявляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони, из-за политических рисков. Ну и в целом это большой проект, который насчитывает инвестиции на 900 миллиардов долларов. Как вы считаете, какое здесь может, насколько это может быть болезненно для Китая, и пойдет ли на это действительно Италия? Это намного будет болезненно для Италии, потому что там почти 80 с лишним миллиардов долларов. А это большая сумма для той же Италии, особенно вот после пандемии, вот после того, в каком состоянии находится экономика той же Италии, и не только Италии, да, Европы, но если мы сейчас говорим в частности про Италию. И далеко не все там согласны с этим мнением. Вот. И это, я так понимаю, это пока просто мысли вслух. Это зондаж, нет конкретных каких-то источников. Я читал эту статью в Bloomberg, там не названы никакие заявления конкретные. Это просто мысли какого-то, ну, этого средства массовой информации. Джорджа Мелони на эту тему ничего не заявляла. Вот, и пока до 2024 года еще есть довольно много времени. Но, как вы сами понимаете, сегодня пока идет война в центре Европы, и пока очень много чего неясного, делать вот такого типа заявления в экономической плоскости плюс кому? Итальянцам? Это зачем это им надо?
пока американцы сами еще ничего не делают в противостоянии с тем же Китаем, да? Вот. А зачем это делать какой-то европейской стране, одному из лидеров европейской экономики? Тем более, когда вот сегодня просто идет зондаж. Я так думаю, в конечном итоге и немцы, и французы, и итальянцы совместно с Брюсселем, они должны будут определить какую-то сбалансированную политику, единую политику Евросоюза. Иначе будущее Евросоюза будет плохое. Вот вспомните, до вашей войны их собрала всех вместе. Худо-бедно сегодня этот политический институт снова задышал, я имею в виду Евросоюз. В принципе, и НАТО как организация тоже задышала. Да? То есть вы их цементировали. Вы цементировали США в первую очередь, США, вы заставили США вмешаться, а США их всех цементировали. Но какой интерес сегодня вновь ломать вот эту структуру? Просто единственное, что надо как-то сделать так, чтобы вот эти страны, которые вот побежали сегодня в Китай, которые заинтересованы в взаимоотношениях Китая, я имею в виду вот эти главные экономики Европы, и в целом политику Брюсселя как-то скоординировать, потому что Брюссель все-таки это как будто бы наднациональное, да, так сказать, образование, главная бюрократия, которая должна определять единую политику вот всей этой географии, да, под названием Евросоюз. И вы же видели, как за эти там... за этот год войны с лишним, как вот очень трудно было продвигать те или иные пакеты санкций, потому что в одном пакете там это касалось одной страны, в другом пакете это касалось другой страны, поэтому и вот во взаимоотношениях с Китаем, вот представьте себе, да, абстрактно просто Китай, не ставьте там ни нефть, ни газ, там ни золото, ни каучук, ни такие другие моменты, Росатом, просто Китай возьмите. И у разных стран совершенно разный подход к этой тематике. У немцев один, у французов второй, у итальянцев третий, а у стран, которые поменьше, совершенно разные все. А их там сколько стран, и поэтому эти все страны должны прийти к какому-то консенсусу. И вот поэтому роль Брюсселя в этом заключена, да. И это не тема одного дня. И никто вот таких резких телодвижений сегодня этого делать не будет. И тем более, пока эта война не закончится. Хочу вас еще спросить о резолюции, которую внесли в Конгресс США. Она называется «О победе Украины». И там идет речь о полном восстановлении границ Украины до границ 1991 года, интеграции в НАТО, о выплате России репарации, наказание руководства России и восстановление Украины. И также сообщается, что в случае, если эта резолюция будет принята, то с этой повесткой, по сути, Байден и поедет на саммит Большой Семерки. По вашему мнению, действительно, насколько важна сейчас эта резолюция, она носит более декларативный характер или все-таки и практические шаги тоже? Ну, в первую очередь, это очень политическое решение. Это политическое решение, и это очень важно заметить вам, украинцам, и всем тем, которые стараются в той или иной мере бить в клин между Украиной и Россией, создавая вот эти... проталкивая российские нарративы или нарративы каких-то других центров, которые лоббируют интересы России. Я в плане того, чтобы сказать, что Америка устала, в Америке нет двупартийной поддержки. Вот. А эта инициатива, между прочим, принадлежит именно представителям обеих партий. Uh-huh. И, кстати, на презентации присутствовал и ваш третий президент Украины, да. Виктор Ющенко. И это очень важно отметить, что эта презентация и это все происходило в рамках Хельсинской комиссии. Это самая главная комиссия Конгресса США. Это двупалатная, это единственная такая комиссия, двупалатная. Туда входит 9 сенаторов из Верхней палаты, туда входит 9 конгрессменов из Нижней палаты, туда входит один представитель Госдепа и один представитель Пентагона. Там 20 человек. И поэтому, ежели сегодня вот это такое, на таком солидном уровне, двупалатное, вот такое заявление делается, это значит о многом говорит. Это говорит о том, что не обращайте внимания, что в Америке началась предвыборная кампания, не обращайте внимания на то, что здесь полезные идиоты говорят, то слева со стороны крайних крайних демократов или справа со стороны крайних республиканцев, трампистов, так сказать. Вот на это тоже не обращайте внимания, потому что в целом полностью есть поддержка двупартийная в законодательном органе. Ну а что касается администрации, вы увидите, что администрация сегодня намного лучше движется в сторону поддержки Украины, чем это было год назад. То, что еще президент Байден объявил о том, что он начинает свою предвыборную кампанию,
Я, конечно, с оптимизмом это не воспринимаю в плане того, что он, что Трамп, они должны давно сидеть дома с внуками и заниматься ими, потому что 80-летние люди, кому они нужны, я имею в виду, в Конгрессе то же самое, они должны уходить на пенсию. То есть должно, пришло время давно менять политическую элиту. Вот о себе скажу, да, 4 года назад я не голосовал ни за того, ни за другого. Я и до этого не голосовал ни за Трампа, там, ни за Хиллари Клинтон. Последний раз голосовал за Маккейна против Барака Обамы тогда, да, ну не получилось. Вот с тех пор я на выборы не ходил, это был мой протест. И сейчас здесь я могу сказать, что и таких, как я, очень много. Вот, не пойдем голосовать, потому что нас поставят перед выборами из двух зол выбирать меньшее. Да, 4 года назад это было и сейчас. Но могу вам сказать, вот публичное исключение, да. Если президент Байден обеспечит победу Украины в этой войне, я, закрыв глаза, скрипя сердце, пойду и за него проголосую. Однозначно. Потому что я забуду, сколько ему лет, я забуду, что он виноват в том, вместе с Бараком Обамой, в этой дурацкой перезагрузке, во многом том, что через что проходите сегодня вы, до этого проходили грузины. Вот. Я на это закрою глаза, потому что ну, ошибки все делают, а сейчас он, у него есть исторический шанс, и он этот шанс воспользовался. В Белом доме должен сидеть и будет сидеть тот президент, кто обеспечит победу Украины в этой войне. У Трампа нет этих возможностей, потому что он не президент, и у него нет влияния, да, ни на Пентагон, ни на разведку, ни на поставки этого оружия. Все, поэтому, естественно, у Байдена есть исторический этот шанс. Вот, поэтому я вижу, это понимание есть у них. Это понимание есть у них, это понимание есть у законодателей, потому что они все также понимают, насколько сегодня это важно не только с точки зрения внутриполитических здесь баталий в США, это с точки зрения престижа Америки на планете, престижа Америки в плане противостояния с тем же Китаем в глазах Евросоюза, в глазах своих же союзников. Если американцы вот планируют вот так сегодня влиять на весь мир и опять же на тот же Евросоюз в противостоянии с тем же Китаем, то для начала они сначала должны доказать, что они могут сделать то, что сегодня нужно сделать. А сегодня все хотят и все понимают, что однозначно это нужно сделать. И в Евросоюзе тоже многие страны это понимают. Просто есть страны, которые не хотят этого, они всю жизнь этого не хотели. Но и Великобритания, которая не входит в Евросоюз, и Турция, которая не входит в Евросоюз, и новые страны, я имею в виду Евросоюз, я имею в виду новые Европы, страны Балтии, Польши, Румынии, они совершенно придерживаются других позиций. Поэтому это надо понимать, на этом играть. И я очень положительно оцениваю это решение. Это не просто политическое решение, оно, да, будет притворяться предметной плоскостью. И при политической воле как самого законодательного собрания и администрации, и это решение может перейти в предметную плоскость. И я так думаю, у этого решения есть большие перспективы, потому что, насколько я знаю, есть полное понимание у обеих партий, и у всей палаты, и у всех тех, кто входит в Хельсинскую комиссию. Угу. Еще важная встреча должна состояться в Брюсселе 10 мая. Там собирается высший военный орган НАТО, военный комитет, и, собственно, чтобы обсудить войну России против Украины. А по вашему мнению, вот это заседание стоит рассматривать в контексте как раз готовящегося контрнаступления? Может быть, оно уже и начнется к тому времени? Или же наоборот, тут важно его оценивать, то, что оно произойдет в канун как раз Вильнюсского саммита, потому что одна из сессий как раз вот 10 мая будет посвящена усилию сил и средств сдерживания обороны НАТО накануне решения Вильнюсского саммита и после него. То как вы расцениваете вот встречу министров обороны НАТО? Ну, во-первых, все, что касается контрнаступления и вот того, что происходит на поле боя, это решается в рамках «Рамштайн» и в рамках конкретных координационных центров во главе с Соединенными Штатами Америки под руководством генерала Ллойда Остина, да, и генерала Милли. Вот. А что касается вот этого заседания, да, оно в большей мере, да, конечно, там встретятся, да, конечно, те же люди, масса своей, они могут что-то на эту тему говорить, но больше это связано, если вы знаете историю саммитов НАТО, всегда перед этим встречаются как раз-таки и, сначала, более того, встречаются еще и дипломаты в том числе. Вот, часто, но в первую очередь, конечно, должны встречаться министры обороны, потому что это все-таки военно-политический блок. Да? Военный, когда говорят, это министр обороны, политический, значит, министр иностранных дел. А потом уже встречаются главы государств. Поэтому, я так понимаю, там будет согласование многих моментов, которые
согласовывал, может быть, тот же Йенс Столтенберг, когда приезжал в Киев. Потому что все понимают, что этот саммит в Вильнюсе будет посвящен полностью теме Украины, ну, теме войны, которую развивала Россия против Украины, и теме того места НАТО после завершения этой войны. И в свете этого, естественно, наверняка будет стоять четкий конкретный вопрос и о месте Украины во всей этой новой системе безопасности. Я думаю, это обсуждал Столтенберг вместе с Зеленским для того, чтобы не было повтора 2008 года, вот этих дурацких разговоров, там, двери открыты, и, а когда там, когда рак на горе свистит, да? Вот этих разговоров, я думаю, не будет, этих повторений не будет. Если у НАТО есть политическая воля, и если Зеленский это четко сказал, а я думаю, он это четко сказал, я думаю, должна появиться какая-то дорожная карта, где будет четко прописано что-то конкретно. Все должны в мире услышать, и в Украине, и в России, и в Китае, и во всем мире, когда Украина будет принята в НАТО. То есть вот сразу после окончания войны, на другой день. И намного быстрее, чем та же Финляндия. Война закончится в этом году, значит, в этом году. Закончится в следующем году, значит, в следующем году. То есть вот такого типа похожие какие-то заявления должны быть. Не должно быть двусмысленности. Ничего такого обтекаемого не должно быть. Да, понимаю, что сегодня во время войны ее принимать нельзя, да, потому что это автоматически включение пятой графы, и это так, как раз-таки повод для той же России, чтобы усилить свою вот эту пропагандистскую риторику с использованием этого ядерного оружия. Сейчас у них язык-то короткий, да, как использовать ядерное оружие против неядерной державы. Вот. А они же упорно, поэтому говорят, там НАТО, мы воюем с НАТО, мы воюем с НАТО. Только НАТО почему-то об этом, как говорят в Одессе, даже не в курсе дела. Вот. Поэтому здесь, я так думаю, будет идти согласование. Согласование того, о чем разговаривали Столтенберг и президент Зеленский в Киеве. Для того, чтобы этот саммит в Вильнюсе имел бы успех и не получил бы фиаско. Тем более Столтенберг, я так понимаю, это последний саммит для него. Я так понимаю, он хотел бы его окончить со знаком плюс. И очень важно здесь еще сделать так, чтобы, ну, с моей точки зрения, чтобы генеральным секретарем нового НАТО стал бы какой-нибудь представитель новой Европы. Я имею в виду или из стран Балтии, или из Польши. Это бы намного лучше было бы для той же Украины. Что ж, понятно. Спасибо большое. Услышали вас. Будем на сегодня заканчивать. Нагадаю нашим глядачам, Рамис Юнус, політолог із Вашингтона, сьогодні долучався до нашого ефіру. Друзі, попрошу вас, якщо вам сподобалась наша розмова, поставте, будь ласка, палець вверх під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. І попрошу вас в коментарях ділитися своїми враженнями про цю розмову. Все це, ця ваша активність нам дуже допомагає. Дякую за вашу увагу. Спасибі за ваш час. Спасибі за ваше время, господин Юнус. Всього хорошого і до нових встреч. Дякую, до побачення. Слава Україні! Героям слава!